Сегодня с Днем казахстанского спорта все спортивные сообщества края с профессиональным праздником поздравил аким области Гали Искалиев. Наградными статуэтками, дипломами и грамотами на стадионе «Динамо» отметили лучших спортсменов региона. Жизнь в современной глобальности требует от человека огромного духовного, культурного и физического потенциала. Занятия спортом выступают в этом незаменимым средством. В этом году в области, несмотря на карантинные меры, в формате онлайн были проведены 218 мероприятий с охватом 4323 человек. Почти половина из них в сельской местности. Высокие достижения в сфере отметил и аким области Гали Искалиев, поздравляя спортсменов с праздником. Ярким примером этого является спортсмен области Георгий Шейко. Он завоевал серебряную медаль по спортивной ходьбе на прошедшем 2019 году чемпионате Азии в японском городе Номи и стал первым среди казахстанских спортсменов обладателем лицензии на следующие 32-е летние Олимпийские игры в столице Японии. Стоит отметить здесь нашего юного шахматиста Савина Александра, который занял 3-е место на республиканском соревновании среди школьников. В ходе праздничного мероприятия были отмечены условия, которые создаются в регионе для развития спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. В городе один за другим открываются спортивные объекты. В этом году в районах области строится 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. В ходе торжества нагрудным знаком «Хурметта спорт Казметкера» был награжден тренер из Сырымского района Санат Берсибаев. 25 лет работал тренером по борьбе самбо. За этот период я воспитал плеяду спортсменов. Можно остановиться на борьбе самбо одного международного спортсменного класса и мастеров спорта Казахстана 8 человек. По дзюдо 3 человека мастер спорта Казахстана и по казахскому кулису 5 человек. Я теперь желаю, чтобы наши борцы завоевали олимпийскую медаль и стали чемпионами. Ряд спортсменов, тренеров, президентов спортивных федераций и меценатов получили благодарственные письма от Акима области и профильных ведомств. За 40 лет тренерства в настольном теннисе Сарвара Назарова также воспитала десятки спортсменов-лидеров. Кинжугулов Айдос занимается, тренируется в Австрии. В этом году он почетный самый юный теннисист, в смысле во взрослом, занял 2-е место на чемпионате республики. Это для Уральска очень большой результат. Хусейнова Гульчихра, она многократная чемпионка республики. Она занимается сейчас в Португалии, играет за португальский клуб. В данный момент занимается у нас около 80 детей. Для развития настольного тенниса, конечно, у нас очень хорошие условия, потому что такой зал, у нас хороший зал, стационар. Но, мне кажется, все уже надо расширяться. На сегодня всеми видами спорта на постоянной основе занимаются около 205 тысяч жителей области. Это 31% всего населения. Мероприятие завершилось совместным фото и небольшой концертной программой. Алмагуль Джампиесова, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.